Друзья, всем привет! Началось все с того, что я решил помыть свою фару. Помыть как следует, разобрав ее, потому что за 15 лет она стала светить, ну как бы вам сказать, вот уличное освещение, когда освещает дорогу, вот моих фар на этом фоне уже не видно, что, естественно, недопустимо, небезопасно и так далее. И так как я не уложился в один день, ну и было принято решение поставить себе сразу дневные ходовые огни. У нас в Казахстане нету штрафа, не надо постоянно включать ближний свет фар, как, допустим, это сделано в России. Это можно делать только на автострадах. А это я делаю именно больше ради безопасности. Уже давно я использую вот такие вот маленькие диодики, купив их в магазине электроники. Для того, чтобы понять, насколько они яркие, в общем-то, я думаю, это достаточно детальная демонстрация. Что будет сделано? Я этот диод установлю непосредственно в саму фару, вот она, фара дальнего света, здесь будет линза, она вообще светит таким вот образом, эта часть отсекает пучок света, так, подожди, получается, да, именно таким образом она светит. Здесь я установлю диод, то есть смысл длинных ходовых огней заключается в том, что более слабый сигнал, сам по себе яркость сигнала меньше, но она светит прямо в глаза встречному транспорту. Соответственно, примерно таким вот образом это будет выглядеть. В идеале готовая фара светить будет примерно вот таким вот образом. Для выполнения задуманного нам потребуется достаточно мощный и яркий светодиод. Найти его можно в магазинах радиотехники. Резистор. Напрямую диод подсоединять нельзя. Диод, как правило, номинальным напряжением идет очень небольшим. Данный диод всего 3 вольта. Соответственно, я взял 10-ваттные резисторы с 30-омный 10-ваттные резисторы, а правда, мы их подобрали по параметрам, то есть мы прям их постреляли на приборе. А также нужен термоклей, вот такой вот мне продали. Данный клей позволяет приклеивать непосредственно радиодетали, различную электрику, а также, что самое главное, что проводит тепло, что позволит не перегреваться диоду, ну, соответственно, продлит его жизнь. Хотя жизнь светодиода, она и так фактически бесконечная, если сравнивать его с обычной лампочкой. Паяльником мы припаяем непосредственно к диоду контакты. Если у вас нет паяльника, то обойтись можно и без него. Так, допустим, на Интегре у себя я делал все на скрутках, при этом до сих пор, насколько я знаю, это все дело работает. Но все-таки спаяв это будет значительно лучше, улучшить электропроводимость, соответственно, уменьшит нагревание. И также на плюс я в дальнейшем припаяю еще и непосредственно сами резисторы. Хотя сами резисторы будут вне корпуса фары, для того, чтобы к ним был легкий доступ. В случае поломки все-таки это фактически делается навечно, на века. Поменять это будет достаточно сложно. Да, конечно, можно будет обратно вскрыть фару, вытащить диод, а потом обратно там с клея его содрать и так далее. При этом клей, кстати говоря, он не сильно его приклеивает, это не суперклей. Он будет, ну, как бы такой резиной, которая, тем не менее, проводит тепло. Что ж, приступим. В следующем я уже покажу непосредственно готовую фару, где вот в это вот место я припаяю, точнее, приклею мой светодиод. А также потом, в дальнейшем, после сборки, покажу, как она светит в домашних условиях и уже непосредственно на машине. Единственное, что хочется перед сборкой отметить, что непосредственно самого вот этого клея сюда капнуть нужно, ну, совсем буквально капельку. А если у вас обычная рифленая фара, то есть не такая линзовая, как у меня, также можно сделать спокойно ту же самую схему, а при этом либо непосредственно приклеить в нужное вам место, которое вам больше всего нравится в вашей фаре, светодиод, либо просверлить непосредственно рифление и сделать его немножко выступающим из рифления, так чтобы он рассеивал по свет по непосредственно рифлению, как лампочка. Первое включение, как видно, даже при достаточно ярком свете все видно. Вот, конечно, единственная проблема то, что при прямом свете очень сильно видно, то есть она буквально слепит, причем слепит страшно. Ночью она даже, как вы видите, освещает комнату, причем достаточно неплохо. Но даже при ярком свете, я думаю, будет видно, что она светится. Почему желтый цвет? Желтый цвет является оптимальным для того, чтобы он был виден, да, он виден даже в тумане. После красного самый видный свет. Поэтому выбор пал именно на желтые диоды. В принципе, конечно, можно было выбрать любые другие. Приклеил на термопроводящий герметик диод. Вы видите, уже контакты припаяны. К сожалению, на тюбике с термопроводящим клеем ничего не удалось найти. А по поводу времени засыхания, точнее, наверняка здесь инструкция есть, но
Китайский я знаю не в достаточно хорошей степени. Точнее, вообще не знаю иероглифов, блин, китайского. Ну что ж, подождем какое-то время, а пока пойду покрашу фары. Вот таким образом выглядят дневные ходовые огни в домашних условиях. А что касается уже непосредственно проверки на машины, я буду их подключать к проводу, который показывает то, что машина заведена, то есть когда генератор уже непосредственно начинает работать, вы обращали внимание, что на панели гаснет значок аккумулятора, то, что нет заряда. Вот. За это отвечает отдельный провод, правда, его еще нужно будет найти, поэтому на первое время я кину либо на габариты, либо на ключ зажигания, когда он провернутый, то есть либо как магнитола, чтобы работала. Вот, но в дальнейшем уже непосредственно, да, когда заводишь машину. Подключил дневные ходовые огни. В общем-то, сказали, что они достаточно светят слабо. Посмотрим, будет видно уже непосредственно при ярком дневном солнце, но мне пока что все устраивает. Хотел подключить его на генератор, но оказалось, что на генераторе все плюсы постоянные. Поэтому сейчас просто кинул его на зажигание через салон. Провода буду прятать уже позднее. В общем-то, такие вот дела. Но если вы будете повторять за мной, то делайте дневные ходовые огни так, чтобы они светили в лицо. И можно будет их подключать, кидая минус, не как я сейчас делал на корпус, а на плюс ближнего света. То есть, когда включаешь ближний свет, допустим, ночью, дневные ходовые огни могут выключаться. Но пока что я так не сделал. Что ж, всем спасибо за внимание. Всем пока. До следующих видео.